электрический фатбайк задним мотором, редукторным, по-моему, на 350 или на 500 ватт. Тянет он очень мощно. В том году я на нем даже проехал метров 100. Хочу показать детское велокресло. Вот такое велокресло стоит примерно 1500 по оптовой цене. На самом деле оно прикольное, оно очень легкое, в отличие от больших пластиковых. Ребенку в нем не жарко, потому что сетчатая вот эта ткань, все проветривается. Есть ручки, за которые можно держаться. Очень даже неплохой вариант детского велокресла. Если надумаете, пишите, я могу такие заказать и привезти. Но крепятся они только на багажник, и багажник должен быть достаточно хороший. Хотя здесь видите, как он закреплен, интересно. Вот так вот просто назад на излом. И при этом все работает, пока не сломали. Катаются с 2015 года на этом велокресле.